Ух ты, и снова я. Александр Кривола, печенеги. Ребята, при посадке винограда нужно создавать формировку куста. Для нашей местности, Украина, Харьковская область, печенеги, лучшая рукавная формировка. То есть в первой жизни винограда создаем рукава. Эти рукава дают возможность укрывать виноград на зиму. Рассмотрим мой виноград Преображение, который был выращен в этом же 2020 году и посажен в открытый грунт в этом же году, весной. Здесь будет, на этом моем винограде Преображение, будут созданы два рукава. Вот один рукав пойдет сюда, и вот второй рукав пойдет в правую сторону. А вырастил я этот виноград, ребята, вот таким вот способом. О. Насыпал бутылку из постного масла земли. Поставил туда черенок. Я даже не ожидал, что он пустит побег. И он пустил корень. И пустил росточки. Лоза пошла. И таким я макаром вырастил этот виноград. И посадил. А этот виноград я тоже где-то найду место ему. А может быть, кому-то подарю. Посмотрим. Ну что, ребята, пойдемте посмотрим мой двухгодичный виноград. Это этого года виноград. А двухгодичный сейчас пойдем посмотрим. Это мой наш салатик. Наш салатик. Идем. Это виноград. Идем. Здесь маленькая клумбочка цветов. Там цветы. Вчера был град сильный. И виноград сильно побило. Это наша розочка. Эта розочка красавица. Смотри, какая красивая. Я обалдею, ребята, от этой розы. Когда подхожу, прохожу мимо, я просто обалдею, ребят. Очень красивая. Идем. Это... Идем. Вот это вот, смотри, и здесь розочка. Красавица, да? Красиво. А вот мой виноград Аркадия, который был выращен в 2019 году. И был посажен в 2019 году. Я вырастил рукав в 2019 году. Вот он, я его так и не удалял. Весной он пошел в рост. И 22 и 23 мая 2020 года был сильный заморозок. И прихватила эту лозу, и она пропала. Но пустила, вот три побега пустил от корня, наверное. Вот один будет рукав, второй и третий. Здесь у меня будет три рукава. Этому винограду 2 года вымахал. Где-то 1,20 м. Ну, он вырос. Эта лоза выросла до 2 метров. Но вчера был сильный ливень, град. Смотри, ребят. Отбило здесь. Подбивало. Здесь листочки подбивали. Побило. Вчера градом побило. Смотри как. Ребят, жалко, сердце кровью обливается, но ничего мы не сделаем. У природы нет плохой погоды. Вот так-то, ребятка. Это виноград мой, наш виноград Аркадия, Аркашка. Я думал, в этом году будет попробовать ягодку, но не получится. Винограду досталось
зимой хорошо перезимовал, но весенний заморозок его наказал, побил. И еще вчерашний град. Это какое-то испытание для этого винограда Аркадия. Ну что, ребята, пойдем посмотрим к моему трехгодичному винограду, который уже сформированный виноград. Куст. Куст сформирован. Вот так. Если так посмотреть. Здесь два рукава. Один длинный. Если смотреть на виноград, левый длинный, правый короткий, короче. Но я в этом году правый добавлю рукав. Виноград посажен по центру, между столбами, где-то 3 метра 10 сантиметров. Он может чуть больше, плюс-минус туда-сюда. Ребята, когда будете формировать виноградик свой, рукав пошел, и старайтесь, чтобы между лозами, вот это расстояние было где-то 8-10 сантиметров, ну плюс-минус туда-сюда. И сильно не нагружайте виноградик. В этом году ягод будет меньше намного. Это Молдова какая-то. Ребята, извините, но я не помню. Это поздний виноград. Созревает поздно. Можно хранить и зимой. Смотри, отбило. Ёшкин кот. Отбило. Это вчерашний. А, ребята, еще я пасынкую виноград. Вот это вот пасыночек я выламываю на всему винограду. Когда я выращиваю рукава, я пасынкую. Вот смотрите, пасыночек, ребят. Этот пасынок убираем. Он не нужен. Кто-то, может, оставляет, но я, ребята, убираю. Вот смотрите, пасыночек. Этот пасынок я убираю. Он легко отламывается. И вот, смотри, пасынок. Уже большой. Раз. И отломал. Они не нужны. И пасынки. Вот это вот тоже мне нужно. Ну, град вчера побил. Смотри как. Это вчерашняя трагедия была. Сильный град был. Очень сильный, ребят. Град сильнейший был. И ливень большой был. Этот мой тоже сформированный куст винограда. Большой, да? Смотри, какой большой. Тоже между лозой где-то 10 сантиметров. Между столбами где-то 3 метра. 3 с хвостиком. Плюс-минус туда-сюда. Столб между столбами где-то 3 метра. Ну, что ж, ребята. Вот так-то я сформировал свой виноград. Смотри. Этому винограду 3 года. 3 года, ребятка. Виноград этот был посажен весной 2018 года. Ну, 22-23 мая был заморозок. И виноград начал потихоньку приходить в себя. Но вчерашний град тоже принес еще маленькую беду. Побило, покрошило. Здесь было залито водой. Он даже еще и не... Он только впиталась вода на той стороне. Здесь была большая лужа.
Это наш салатик, цветочки, цветочки, салатик. Вот мой, это мой виноградник, ребятки. Столбы высотой 2,20. Где-то так. Здесь посажено, на моем винограднике посажено 19 кустов винограда. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволак, печенеги. Пока-пока, ребята. Пока.